Тут вроде рядом, сейчас проверим, что там у нас. Вы слыхали историю об отважном капитане Фоксиде? О храбром? Ты сказал, богиня Сивы? Как ее звали? Надо убить животное первого. Ага. Вот этого, что ли, убить? Вот и бегай, гиппопотама. У меня тут животные есть свои. Твари ебаные. Пошли дальше, Геннадий. Я крокодила приручил. Он со мной ходит. Меня защищает. Поплыли, Геннадий. Смотри. Со мной плавает. Это, смотри, Генка со мной плавает. Поплыли на тот берег. Прикольно. Через пару дней их останки всплыли в реке. И хоть бы что, мы-то знаем. За этим стоит тот буйный сумасброд. Мы за ним следим. Вещи не то, чем кажутся. Поговорю, пожалуй, с этим людоедом. Тебе конец! Чтоб ты не мучился. Байка Сивы. Не лучшее имя для воина. Нужно придумать что-то более звучное, скажем, Сиванский сердцеед. Но обсудим это позже. Делу время. Что? Послушай, старик. Встретимся вечером. Приходи на закате. Буду ждать на маяке. Эй, лев, ты чё, охуел? Бегемота, плыви назад. Плыви назад, бегемота. Бля. Свинья речная. Ну вот и он. Осторожней с ним.
Не как наша развалина пришла за новой порцией тумаков? Как неуважительно! Смотри, боги тебя накажут! А молодость, она в сердце. Сегодня ты будешь сильно удивлен. Ты смотри, дедуля нашел друга. Ну давай, красавчик, посмотрим, что ты можешь. Тебе конец. Он-то точно тебя делает. Ну все, хватит с меня. Ты старый жулик. Довольно. И кто теперь трус, сосунок? Иди сюда и дерись. Крепкий ублюдок. Устроили UFC. Славьте новых чемпионов! Мы были стражей из Сивы! Солдаты схватили девочку и отдали Беренике, да, крокодилу! Это она утопила девочку, отобрала книгу, приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна. Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Ты не убежишь. А! Вот тебе перышко принес для твоей дочки. Она не ленивая скотина. Держите погоню! Капитан. Капитан хочет дрючки. Прекрасно. Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Знаешь, Шадзи, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады.
Байк из Сивы. Кто стрелял? Что?